фильме «Признание». Такие дела не решаются на улице. Это обсуждается дома, на семейном совете. Вы не товар покупаете, это серьезное дело. Да, вы правы. Правы, конечно. Вы думаете, если вы мне что-то пообещали, то этот старик побежит сватать? Ну почему вы так сразу? Если не ошибаюсь, ваш муж жив и здоров? Да. Нет. Ой, Надир. Мамочка, вы здесь? Да что он скажет? Сказал, посоветуйтесь со своим мужем. А ты со мной советовалась? А? Послушай. Нет. Почему ты самовольничаешь? Такие дела не обсуждаются на улице. А где тот человек, который... Бухгалтер. Сегодня придет обязательно. Хорошо. Азаматакя, пожалуйста, помогите ей. Обещаете? Здравствуйте. Здравствуйте. Боже. Что ты, друг? Да? Как-то обомлел? Ты знаешь Лобар? Проклинаю вас! Никогда не видать! Замолчи! Мамочка! Можете не переживать. Моя подружка — проворная девушка. Я с ней разговаривала по телефону. Ее взяли с испытательным сроком. Хорошо. Лобар все сможет. Вот и прекрасно. Да нет, не стоит. Один раз я уже сел. Вы оставили меня где-то на окраине города. Мне и того случая хватило. Вы опять хотите так же сделать? В этом городе я нашел жену, моих детей и друга. Но, похоже, мои дни сочтены. Как же жарко! Голова раскалывается.
Здорово. Так. Кому же позвонить? Да, позвоню Лугу. Так, где же номер? А вот. Алло? Алло, Лу? Я стою на дороге, забери меня отсюда. Да, так получилось. Да, как едешь к нам, только не сворачиваешь, а едешь прямо, потом направо. Да, да. Да, 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 да. Потом спустишься вниз и едешь вдоль речки. Да. Только поторопись. Хорошо? Да, никому не говори. Слава Богу. Ой. Наконец-то. Алло, Лу, ну ты едешь? Да, да. Все, я тебя вижу. О, мой спаситель! Здорово! Ну, садись, Робинзон. Привет, как ты? Ничего, сам ты как? Спасибо, выручил. Что ты здесь потерял? Не спрашивай. Поехали. Азамат, где ты так загорел? Смотри на дорогу. Ладно, не дергайся. Может, где-нибудь здесь выпьем кофе, а? Прекрати. Ладно, ладно. Ты еще достаешь. Вот узнал бы Нодер об этом. Эй, послушай меня. Если проболтаешься, пеняй на себя. Хорошо, хорошо. Все, успокойся. Помалкивай, лучше смотри на дорогу. Хорошо, не нервничай. Я вовсе не нервничаю. Вот это да. Хорошо. Так. Кто это? Ваша мама? А? Что? Да, моя мама. Красивая? Да, видно, что добрая женщина. Спасибо. Да, в общем, все хорошо. В документах нет недочетов. Так надо работать. Ой, спасибо. Я даже не рассчитывала на похвалу. Только не зазнавайтесь. Да нет. Вы тоже можете поставить фотографию вашей мамы на стол. Чаще смотрите на нее. Тогда не зазнаетесь. А если забудетесь, она вас приструнит.
Хорошо. Сделаю так, как вы сказали. Здравствуйте, Азаматаке. Азаматаке. Ой, Нилю, это вы? Вы что, не замечаете меня? Я жду автобус. Да ну. И куда же вы собрались ехать на автобусе? Это шутка. Да ну. Ну что, пойдем куда-нибудь? Нет, не могу. Мне домой надо. Папе не здоровится. Идемте. Тогда я вас провожу до дома. Ладно. Как там моя подружка? Справляется с работой? Ваш начальник странный тип. Да, он у нас резкий и очень требовательный. Да ну, Лабар так не сказала. Он возьмет ее на работу. Азаматаке, а помогите ей. У нее нет родителей. Нет родителей? А по виду не скажешь. Я тоже поражаюсь ее стойкости. Она хотя и улыбается, но вся боль у нее внутри. Прости. Но что случилось с ее родителями? Ее мама умерла 4 года назад, а отца не стало 5 лет назад. Так значит, честно говоря, я не знал об этом. Она одна осталась? У нее еще есть братишка, школьник. Они вдвоем остались. Больше у них никого нет? Где-то в селе есть родственники. Но, как обычно, все заняты своими проблемами. Да... И вправду надо помочь, Лабар. Угу. Ее покойный папа был другом моего отца. Перед смертью он взял слово с моего отца присматривать за ними. Но я пойду. Вот теперь вы все знаете. Только, Лабар, ничего не говорите. Да, успокойтесь. Я постараюсь помочь вашей подруге. Здесь все правильно. Только это пиши внизу. Угу. Мне и остальные делать так же. Хорошо. Но, дорогие, вы сегодня целый день смеетесь, когда видите меня. Да нет, просто так. Вспомнилось кое-что. Ладно, всего хорошего. Можешь идти. Я скоро. Но, дорогие. Да. Что вы скажете, если мы пойдем посидим где-нибудь? Кофе выпить. Что? Азаматаке проболтался? Ну... Честно говоря, я не хотела. Так получилось. Да, я знаю тебя. Но здорово ты его проучила. Теперь он говорит, что и под пистолетом не сядет в твою машину. Он обиделся на меня? Да, он очень обижен. Да ладно, извинюсь как-нибудь. Мадина, я бы с удовольствием пошел с тобой, но я обещал маме быть дома. Мне надо идти. Хорошо. И не обижайся, посидим как-нибудь в другой раз. И то поедем на моей машине. Ладно, пока. Хорошо, до свидания.
Как мы были счастливы тогда. Я сам погубил свое счастье. Чего мне не хватало? Как так получилось? Или наше счастье сглазили? Интересно, каким сейчас стал мой сын? На кого он похож? Имею ли я право называть его сыном? Что я дал ему? Поддержал ли его, когда он вставал на ноги? Был ли я опорой для него? Вырос при живом отце, не зная отцовской любви. Я ни разу не поинтересовался им. Не настаивал на встрече с ним. Каким же я был эгоистом. Все ошибаются. Да. Но я совершил непростительную ошибку. Оставил свою красавицу жену и сына на произвол судьбы. Чем Мастура была виновата? Вина в том, что любила меня. Я подлец, не ценил ее. Такую жену променял на легкомысленную женщину. Неужели я был так слеп? Как нормальный, здоровый человек может отказаться от своего счастья? Какой же я глупец, глупец! Как я теперь пойду к ней? Как я взгляну в ее глаза, как она меня тогда умоляла. И не пытайтесь даже возвращаться. Вы для меня и для сына умерли. Да, вы умерли. Пока я жива, я никогда вас не прощу. Проклинаю вас. Никогда не видать вас. Замолчи! Мамочка! Она не простит меня. Я предал свою семью, сына. Всевышний покарал меня. Нет. Я не могу пойти к ней. Теперь всю жизнь буду мучиться. Из-за своей ошибки буду мучиться. Ah.
Лобар. Что, коллега, на работу? Да, как ты? Все в порядке? Да-да, на работу. Вы тоже? Садитесь. Спасибо. Не узнала вас, будете богаты. Дай бог. Почему опаздываете? Братишку отводила в школу. Если сама не отведу, целый день буду переживать. Вас Мадиной, кажется, зовут? Да, Мадина. А вас, Лобар? Сколько времени прошло, как вы работаете? Вы ни разу не зашли к нам в отдел. Вам не интересно, с кем вы работаете? Просто не хотелось мешать. Вы давно знаете Нодрекия? Нет, я впервые увидела его здесь. И раньше ни разу не видели? Нет, ни разу не видела. А почему вы спрашиваете, что-то не так? Просто спросила. Как-то он быстро принял вас на работу. Он меня еще не принял. Я на испытательном сроке. Thank you.
Войдите. Здравствуйте. Можно? Да, проходите. Мне нужно в банк. Подпишите, пожалуйста, вот эти документы. Так. Я бизнес-план сделала как смогла. Может, посмотрите, нет ли ошибок. Хорошо. Вы сегодня рано пришли? Можно сказать, что ночевал здесь. Вот и все. Она Болда. Все хорошо? Чего вы так испугались? Да нет, ничего. Вы тоже пользуетесь такими часами? Да. А что тут плохого? Да нет, ничего. У папы тоже были такие. Ах, это... Кстати, как его здоровье? Папа умер полгода назад. Простите. Ничего, я пойду. Как ваше здоровье? Как самочувствие? Да, все хорошо. Да, здоровье прежде всего. Здравствуйте. Как вы поживаете? Спасибо, хорошо. Как вы сами, как соседушка? Как Султан Архон поживает? Спасибо, Шерзончик. Хорошо. Еще раз добро пожаловать. Ну, конечно. Ну, Шкрота... Угощайтесь. Прошу прощения... Но я вот по какому вопросу? Я вас слушаю. Вы меня знаете. И мою семью знаете. Кажется, я догадываюсь, о чем вы хотите поговорить со мной. Мы хотели попросить руки Лобархон. Для нашего сына. Вы были близким другом ее отца. Шерзода вы тоже знаете. Он вырос на ваших глазах. Знаю. Лобархон... мне как родная дочь. Она ни разу не перечила мне. Но в селе у нее есть родственники. Надо спросить их согласие. Посоветоваться. Что они скажут, то и будет. Конечно, я поэтому к вам и пришел. Но, Джамалджон, женитьба — это серьезный шаг в жизни. Тяжело быть сиротой. Они многое пережили. Не хочу, чтобы она и дальше страдала. Вы правы. И моя жена... хочет сделать доброе дело. Мы живем по соседству. Я тоже хочу, чтобы их жизнь сложилась благополучно. Шкурота, вот так вот. Я вас знаю хорошо. Но нам нужно получить ее согласие. Что она сама скажет на это? К тому же в селе живет ее дядя. Что он на это скажет? Как вы скажете, так и будет, Шкрота. Лишь бы она дала свое согласие стать нашей невестушкой, тогда я буду счастливым отцом. Она умная, добрая девушка. Мы посоветуемся. Потом вам скажем.
Спасибо, отец. Спасибо. Ну, угощайтесь. Берите.